Институт психологии и образования Казанского федерального университета занимает высокие места в мировых и российских рейтингах в своей области. Важнейшей задачей института является подготовка кадров в сферах образования и психологии. Институт психологии и образования является одним из немногих, где реализуется программа специалитета. Например, абитуриенты могут поступить на направление клинической психологии. Бакалавриат представляет порядка 15 образовательных программ. Одними из самых популярных являются специальное дефектологическое образование, общее психологии и педагогическое образование. Мы выстроили систему преемственности, да, в нашем институте, когда выпускники бакалавриата могут получить также высококачественное образование на более чем 20 программах магистратуры, да, которые очень так тесно связаны между собой. И наша вообще философия, идеология состоит в том, чтобы именно выпускник бакалавриата мог найти возможности для дальнейшего совершенствования. Это, во-первых, на программах магистратуры, либо достаточно серьезно поменять свое первоначальное направление подготовки. И это тоже очень важно, так как, согласно статистике, примерно 70% выпускников бакалавриата они не работают по первой специальности. И это большая такая научно-практическая проблема, как правильно выбрать первую профессию и всю жизнь совершенствоваться в ней. Институт психологии и образования Казанского федерального университета готовит специалистов разных ступеней высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры. Помимо этого, абитуриенты могут самостоятельно выбрать форму обучения, исходя из своих предпочтений. Это могут быть как традиционно очно-заочная, так и очно-заочная форма обучения. В 2024 году на институт выделено 666 бюджетных мест. Из них на очную форму обучения бакалавриата и специалитета 8 мест, заочная форма представлена в размере 210 мест и 268 мест выделено на магистратуру. Также отличительной особенностью института является то, что студенты педагогического направления могут присутствовать на лекциях по психологии, а студенты, получающие специальность психолога, могут заниматься вместе с педагогами. Важным фактором привлекательности наших программ, безусловно, является внутренняя атмосфера нашего института, наша философия «Институт – мой дом», когда каждый студент может окунуться в нашу жизнь, почувствовать себя здесь действительно очень комфортно, спокойно, потому что вообще те будущие профессии педагога и психолога, которые приобретаются здесь, в стенах Института психологии и образования, они вообще настроены на коммуникацию, на доброжелательное отношение к людям, на понимание друг друга. Помимо обширной образовательной деятельности, студенты Института психологии и образования Казанского федерального университета принимают активное участие в культурно-массовой жизни вуза. Это и фестиваль «Студенческая весна», и развитие медиа-центра своего института, создание и проведение всевозможных квестов и конференций. Приходи, Институт психологии и образования Казанского федерального университета ждет именно тебя. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.